хочу розпочати з того, що я ніколи не розуміла раніше, чому всі так люблять пиво. Цей напій мені завжди казався якимось неелегантним та нежіночним. Але пройшов час і все змінилося. Сьогодні ми будемо з'ясовувати, чому весь світ так сильно любить пиво на відкритті ресторану «Мед та пиво». Поїхали! У нас здесь 20 сортов различного пива, есть 8 сортов импортного пива, 8 сортов крафтового пива, 4 сорта нашего пива, которое специально для нас варят на частной пивоварне. Это необычный пивной ресторан. Скажем так, мы хотим совместить пивной ресторан с семьей. Как это не парадоксально звучит, но у нас есть большое детское пространство, у нас есть футбол, у нас по пятницам, субботам будут концерты регулярно. Ресторан большой, на 300 посадочных мест. Пиво у нас всегда свежее. Специальная холодильная камера, в которой хранятся бочки с пивом, откуда они подаются по специальному пивопроводу на барную стойку. Это позволяет всегда пиву быть свежим и работать с большим количеством сортов. Есть пабы, которые торгуют в основном импортным пивом. Вот. Есть рестораны-пивоварни, которые продают свое пиво, которое они варят. Там обычно это 3-4 сорта. Вот. Есть всевозможные рестораны, которые продают разное украинское пиво. Вот. Сегодня очень модно крафтовое пиво. И оно в основном продается в каких-то таких неформальных барчиках. Мы решили сделать так, чтобы пиво было на любой вкус. Поэтому мы выбрали 8 сортов импортного пива, самых популярных сортов. Но это настоящее пиво, которое привезено из Голландии, из Германии. Мы договорились с 3 лучшими крафтовыми пивоварнями Украины. Это Варвар Киевский, это Ципа Закарпатская и Old Tour в поставках крафтового пива к нам. Ну и также договорились с одной маленькой частной пивоварней, чтобы они варили пиво для нас. И вот так получили 4 сорта нашего пива. Светлое, пшеничное, полутемное и темное. И вот таким образом у нас есть пиво на любой вкус. Параллельно с этим не впервые мы попробовали Ципу. Ципа из села Квасы. Это всегда что-то с чем-то. Это вкусное крафтовое пиво украинское, которое делается на Закарпатье. И цена, качество, ему нет равных на Украине. Если вы боитесь поправиться от пива, то знайте, что его калорийность еще меньше, чем у яблочного сока, кока-колы и, в принципе, любых газировок. Не хотите толстеть, не заедайте пиво чипсами. Тем более, что в мед и пиво такое меню, что чипсов вам и не захочется. Нет конкретно пивных закусок. У нас великолепные блюда из мяса, из рыбы. Там, по-моему, 5 видов только рыбы, жареной целиком. Гвоздька черноморская, рель радужная. Судачок, дорада, все это всегда свеженькое. Вот. У нас есть эксклюзив в меню, мы его так и назвали. Наш дизайнер это называет расчлененкой. Мы решили готовить то, что обычно в ресторанах не готовят. У нас есть блюда из почек, из мозгов, из языка, из вымя. Вот. Целый раздел называется эксклюзив. Очень хорошо, вот мы в тестовом режиме уже неделю работаем. Люди с удовольствием едят. И как вы отличаете хорошее пиво от плохого? Свое. Да. Это уже удачно интересно. Зашли, удачно. Я сам пивоварю, сам варю пиво. Вот. Ничего. Вот тогда точно должны знать, как нам всем, не профессионалам, отличить плохое пиво от хорошего. Вот если магазин, и там написано «живое пиво», вот туда заходить не надо. Вот не надо сразу. А чего ж такое? Ну, потому что понятия живого пива не существует. Хорошо, а какой вот стопроцентный беспроигрышный вариант? Ну, я любитель стаутов, я любитель, как бы это попсово не звучало, но пейлели мне очень нравятся. Ну и сауры, кислячки вот такие вот. Как вы оцениваете это место? Здесь должно быть 20 сортов пива, насколько я знаю. Как вообще такая идея? Идея прекрасная. Я уже вот здесь вот с некоторыми сортами познакомился, вот Black Horse. Ну, Ципа просто без комментариев. Вот Ципа, я считаю, что это вообще самая лучшая пивоварня украинская, крафтовая. Очень интересно попробовать вот наше пиво. Очень хотелось бы узнать, откуда оно, где оно варится, и перепробовать, передегустировать это.
чем прелесть пива? Первое, то, что его можно съесть много. Второе, пиво заменяет нам и воду, и еду. Особенно летом. Да? Вместе с рачком. Да, да, Анечка. И пиво подходит почти под любую жраку. То есть мы можем заказывать практически все съедобное, что есть. Да, не так, как с вином. Там белое под то, красное под то, там водочка под мясцо. Там, да. Здесь можно есть все, что ты хочешь, и запивать все огромным количеством пива. Ну, естественно, это состояние дурной башки, от которой все приключения на наши больные задницы. Женщина, пьющая пиво, это нормально, как? Нормально, я считаю. Наверное, просека – это больше для понтов, а пиво больше для души. Что в пиве такого, я что ему все время хочется? Пиво есть что-то солененькое всегда, а солененького всегда хочется. Фотографии со мной продадите за 20. Очень даже женский. Там достаточно витамина В, женских гормонов, которые мужчинам, кстати, нельзя. Пьющее пиво на улице, на прогулке, то есть в движении, это неэстетично. А в заведении, за столиком, в компании, под закуску – это досуг. Практически, да, вот в начале декабря, скоро Новый год, и вы, тем не менее, уже к нему готовы. Да. Что будет здесь на Новый год? Готовы, потому что у нас будет новогодняя ночь в стиле рок-н-ролл. Будет играть легендарная, скажем так, одесская группа Lovemakers. Вот ведущая новогодней ночи будет суперзвезда, звезда Лиги смеха, всем известная Монро. Вот, будет весело, ярко, вкусно. И самое главное, недорого. Я так понимаю, что бронировать, наверное, лучше уже сейчас, да, места? Да, да, лучше уже сейчас. У нас достаточно недорогие билеты. Они от 1300 гривен до 2000. Самые дорогие, самые лучшие билеты по 2000. В общем, приходите, звоните, обращайтесь, и будет вам счастье. Я обещаю вам встречу рассвета. Здесь? Да. Закончим здесь. И на улочку, либо же на терраску. Со живым пивасиком. Рассвет Нового года. У меня традиция. Я каждый Новый год встречаю рассвет обязательно. Рассвет Нового года. Это очень символично. Но вы поняли, да, что это пропустить нельзя? Друзья мои, жду в новогоднюю ночь в баре «Мед и пиво». Обещаю вам 1 000 000 оргазмов. Дива сказала, дива сделала.